Книга «Открытым оком», тема «Священство», том 9, вопрос 2262. Говорят, что у архиереев есть неписанное правило, чтобы миру всегда являть полное свое единодушие, как в Политбюро ЦК КПСС. Подписывают в любом случае решение собора своего документ, а потом они уже могут выразить отдельно свое несогласие. Что это? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Об этом мне говорил еще Антоний Лос-Анджелесский. Считаю это игрой, и прямо-таки дьявольской игрой. 1 Иоанна 5:17. Всякая неправда есть грех. Дьявол есть, Иоанна 8:44, лжец и отец лжи. Послание архиерейского синода РПЦЗ. Осеняемые присутствием чудотворной иконы Божьей Матери Курско-Коренной, архиерейский синод РПЦЗ, собравшийся в синодальном здании в Нью-Йорке, обращается к своей верной пастве, рассеянной по всему миру, сущей в нашем Отечестве, во многострадальной российской земле, над которой видим начало настоящего духовного пробуждения. Нас обнадеживает принятие новой социальной концепции архиерейским собором Московской Патриархии, который по существу перечеркивает декларацию митрополита Сергия 1927 года. Уходящие от нас не могли подорвать авторитета нашей церкви. Митрополит Виталий, Лавр, Антоний, Марк, Лазарь и Ларион, Вениамин, Евтихий, Агафангел, Александр, Амвросий, Кирилл, Митрофан, Гавриил, Михаил. Октябрь 2000 год. Послание митрополита Виталия от 21 ноября по старому стилю 4 декабря 2000 года. Наша церковь, которая уже 80 лет идет прямым Христовым путем, не будет уклоняться ни в какие сомнительные трущобы. Московская патриархия, будучи прямой наследницей палачей, поверх своей волчьей шкуры нарядилась в невинную овцу и теперь прославляет убиенных, замученных жертв коммунистических ее вождей. Несмотря на дивные храмы патриархии, напыщенное духовенство и прекрасные хоры, многие верующие предпочитают тесниться в квартирах. Тот факт, что я подписал это послание, далеко не значит, что я с каждым пунктом согласен. И я знаю, что есть и другие архиереи, которые думали так же, как и я. Но составлять послание, которое будет угодно всем, почти невозможно. Есть еще один пункт, который очень озадачивает многих из вас, а именно создание комиссии при архиерейском синоде, деятельность которой будет обсуждение вопросов единства русской церкви. Я сам себе задал вопрос, о каком единстве можно думать, когда всем должно быть ясно, что русская православная зарубежная церковь, сохранившая свою духовную свободу все эти 80 лет, никогда не пойдет на соединение с Московской патриархией. Пусть даже захочу, но не смогу не звать на встречу с Иисусом Назарецким плоды молений, не одна листва. Для обращения действительное средство. Как умолчать и сохранить печать, не вымолвить и не пропеть мне гимнов о тех мотивах, что во мне звучат, на русском отрифмованы мотивы. Иисус мой жив, на небе и во мне, в моем святилище Он не подсуден лешим, заросшим, бритым им возлекоснеть,
от проповеди звонкой ни один опешит. Не запечатали колодец мой глубокий, родник, не пересохший столько лет. На тракте пыльном, не у кельи сбоку, живая проповедь, не схимника скелет. Не просто так по чину барабанить, часы и икосы искать через зевоту, пробиться до колодца меж врагами. Кому с собою рисковать охота? Родник мой мусором священство засыпало, и нечистоту машинами везли, а он пробился. Расступились скалы не из болотной жиденькой земли. Родник, не скитское монашеское пение, но проповедь евангельская всюду. Воистину родник, а не сектантов пена, прослышат жаждущие и возродятся люди. Вопрос-ответ, глаголит интернет, все расфасовано по темам злободневным. Не типикон Христа Новый Завет не станет никогда монетою разменной. Зовите к роднику и зри открытым оком сады цветущие, арыки и каналы. Уж скоро жатва, всему свои здесь сроки. Мы соработники, а их уже немало. 3 июля 2004 год. Игнатий Лапкин.